Всем привет! Маленький репортаж с Касселя. Я здесь была сегодня на учениях, на собраниях. Ну, одним словом, по работе. Но здесь огромный парк. И гора Геркулеса. Есть что посмотреть. Пейзаж прекрасный. Вниз, вверх, куда угодно. Сейчас я вам все покажу. Какие тут просторы и красоты. Тут ресторанчик. Так, где наш Геркулес? Еще прячется за деревьями. Секундочку, надо дойти до середины, чтобы увидеть. Вот эта красота тут. Там на вершине стоит Геркулес. Но качество нехорошее, не хочу сильно увеличивать. Но красота. Там, кстати, очень долго забираться по лестничкам. Я тут уже не впервой. Есть что посмотреть. Сейчас я... Ох, там замок. Не знаю, ли вам видно, конечно же, но там Лёвенбург он называется. Тоже очень красивый замок. Там тоже я уже гуляла когда-то. Еще у меня собачка жива была, мы здесь приезжали погулять. Кстати, если посмотреть в интернете, то прямо вот сверху по каким-то дням пускают воду. Там очень много лестниц. Внизу типа сидит Нептун с рыбками. Зрелище, конечно, красивое, очень аттрактивное. Ну, одним словом, если кто-то думает, куда съездить на выходные, то здесь, конечно, есть что делать. Еще рядом здесь, вот как раз где у нас проходила конференция, есть гостиница. Гостиница со спа, то есть есть бассейн внутри, там предлагаются массажи. Если у кого-то есть на выходных расслабиться и не знаете, куда податься, то одно из достопримечательностей в Германии. Все очень, конечно, повезло, что погода шепчет. Красота, солнышко светит. Сейчас хочу вам еще показать пейзаж вниз. Обойдем. Тут можно и с детьми ехать. Есть где погулять, походить. В интернете можно найти информацию. Город Кассель. Вильгельмсхёхе называется. Или гора Геркулес. Просто Геркулес написать в Google. И вам покажет, в какие дни здесь вот это вот шоу бывает с водой. Не едьте просто так, как бы, потому что... Ну, просто так. И интересно уже, если едешь, то все шоу посмотреть. Чаще всего оно на выходных и бывает. Только надо, наверное, время уточнить, во сколько они начинают пускать с этой горы воду. А вот пейзаж вниз. Красота. Очень много людей гуляет. Ну, как я уже говорила, с детьми, без детей. Подняться на саму башню Геркулеса, оно ничего не стоит, оно бесплатно. Но если вы хотите попасть вот в музей, который здесь, то, конечно, билет будет стоить. Цены не скажу, не знаю. Вход в замок, который я вам показывала перед этим, тоже платный. Почекайте в интернете перед тем, как собраться детям, что стоит. Ну, одним словом. Но вид такой. Кр-
красивый город, но, конечно, каждый город по-своему красив. Столько информации. Сейчас еду домой скоро. Иду на паркинг. Мне еще 250 километров почти ехать. Так что где-то 2-3 часа, наверное, даже. А еще, наверное, попаду в пробки, потому что такое время сейчас. Все работу закончили. Вот такое вам короткое познавательное видео-экскурсия. Приезжайте, расслабляйтесь, отдыхайте. Ах, сейчас я еще покажу вам отель. Он прямо здесь, около замка. То есть на машине можно подняться в гору. Тут есть паркинг. Паркинга цена, если около отеля, то 9 евро. На день карточка. Внизу не знаю, сколько стоит. Там, наверное, автоматы стоят. Там уже будет другая цена. Ну, если вы паркуетесь около отеля, то тогда 9 евро. Даже тут тоже есть цветочки всякие. Здесь виден отель. Львик нарисован. Лев. Сейчас покажу вам поближе. Моя машина как раз там стоит. Сейчас покажу вам еще около Эрмитажа. Растения. Смотрите, как деревца всякие в ряд высажены с обеих сторон. Ой, какая красота. Я не знала вообще, что это дерево. Я это видела как бы кустиками. Посмотрите, как красиво. Какие-то невиданные. Ой, как красиво было бы мне в огород такое. Я все тяну себе в огород. Так, вот. Сейчас идем, покажу отель. О, пчелки кушают. Смотрите, тут сидит. Но красота. Вот вам, пожалуйста. Сейчас показываю отель, где можно остановиться. Здесь у нас проходят чаще всего семинары, поэтому я тут... Я уже и до этого была, как я уже говорила, потому что мы чаще всего на выходных куда-нибудь хочется выехать, поэтому мы с семьей едем. Про это я уже тоже вам рассказывала. И вот этот вот отель. Смотрите, здесь отель, а здесь Эрмитажи, музеи. И наверх дорога к Геркулесу. Все. Всем хорошего просмотра. Показала место, где вам отдохнуть на выходных. Тюсь!